Всем привет, ребята, с вами Крикосплей, и я сегодня играю в 5 на Тейсенде. Да, такое тоже бывает. Погнали. Чё-то чувствительность тут такая себе. Время работы по задаче следить за аниматрониками, чтобы их не повредили и не украли. Перед вами находится план сайта, где вы можете переключать камеры, а также телевизор, где вы увидите изображение. На камере находятся один сами аниматроники. Есть проблема. Передвигание по ночам отключает их невозможно. Это сделано так, чтобы и процессоры не нагревались. Я знаю, звучит странно, но... Давайте пропустим обсуждение про внутренний автомобиль, окей? Так ты видишь на камеру хоть и темно. Поэтому придется искать аниматроников в темноте. Сложно, у вас способ возвращаться их на свои места. Самое первое — это звуковая название на камеру звуку sound. Самое — сдавать звук конкретный, чтобы аниматроники пошли к этому месту. Второй способ крайне опасен. Осмотрите первый проем по фонариком. Если вы видите аниматроника, стоит в призраке, включите лампу и отворачивайтесь. Почему он опасен? Да потому что он повторяется это несколько раз, а они могут вас очень легко убить. Давайте вы успеете выключить лампу, и вы сразу умрете. Чего? Не забывайте, что у вас разрезается фонарик, поэтому будьте аккуратнее. Так, где у нас носы? Косары? Сказали выключать фонарик. Ба, сразу все забылись. Ну, сидите-ка всегда на кухне. А Кэнди где у нас? Кэнди, ты где? Кэнди! Ты куда исчез? Я тебе дам исчезнуть. Ты куда мне собрался, а? Вон он где. Где отсюда? Иди отсюда! Тебе меня не взять. Тебе меня не взять, глупый Кэнди. Тут всего одна камера. Скотину прямо на меня посмотрел. Не смотри на меня! Не разрешается. Иди отсюда, доел. Никого нет, отлично, так. Уйди отсюда! А Синди где? Куда Синди? Куда она делась? Вот куда эта сволочь делась? Нифига! У них единственное место это вот это. Вот оттуда они могут приходить. Вот ты. Че отсюда? Все исчезло! Офигенно! Теперь у меня фонарик разрядился. А его чё, зарядить нельзя? Ты чё за дебилизм-то? Да какого чёрта? Гейм-овер, блин! Вот ты, Синди, а! О, Кэнди заснулся. Я тебя видел, но возвращался на камеру, вернулся быстро! Я проверю, а ну-ка вернулся обратно. Кстати, видишь, как она скучает без тебя? Иди к ней. Ты ушел? Какой ты сволочь! Синди, он тебе не пара, он бросил тебя. Сволочь ушел. На кухню пошел жрать. Синди! Там Кэнди без тебя еду зарает. Ну, конечно, тебе все равно.
А мне нет. Мне ни хрена. Я? Это что такое было сейчас? Ну сиди тут. Кэнди тоже. Тут больше никого нет. Правда, да? Ты фонарик серьезно, на секунду хватает. Это как я так выкроюсь? Синди тут. Кэнди тут. Кэнди, ну сол оттуда. Я тебя везу вообще-то. У тебя лицо, кстати, Бонни. Это у тебя это туловище Бонни. У вас бантик вот такой. Я лицо твое не вижу. Лицо показай свое. Ты не присявай, так то я могу посмотреть на твое лицо. Да, на лицо посмотрю. Синди. Да не твое. А, Синди, ты куда делась? Ты тут срать посла. Да, надо тут срать посла. Кэнди, ты тут? Он тут, молодец. Синди, возвращайся обратно. И кто меня послушает? Кто меня послушает? Вот кто? Синди. Красавица! Кэнди! Он вернулся назад в свою камеру. Вернулся. Нельзя, ссылка. А Синди вернулась. Эй, Кэнди, он вернулся обратно на камеру. Немедленно я сказала. Я приказываю тебе. Вот такое тело. А теперь вернись к Синди. Бля, нельзя. Оставайся на месте. Я буду с тобой следить внимательно за всеми своими... Нет, ты куда? Синди, стой, смылась. Да ты Синди. Он вернулся обратно, немедля. Куда ты опять? Зрать посла. Да успею, если ты поесть. Вот голодухи помирает человек. С ума сходит. Без еды сыть не может. Вот Синди молодец. А Кэнди нет. Он вернулся обратно в комнату. Вон, вернись обратно к Синди. Ей без тебя вкусно. Пока ты там срёс. А ты где? А ты где? Кэнди, серьезно? Ты куда делся? Ты с ней пошёл вперед, верно? Нет? Да Синди, Кэнди, блин! Блин, на блюде. Куда ты делся? Иди на кухню, а! Иди на кухню! Иди на кухню! Фух. Слава пекулям, его там нет. Вот это мне не нравится. Ну-ка, потяни камеру немедленно. А! Нет, это не его копыта. Я подумал, это его копытина торчит. Ну извините тут. А Кэнди где? Я его вообще замечаю. Кэнди, может ты вернешься назад, а? Мне как бы напрягает это все. Синди, конечно, очень, конечно, не умная. Чё? Ага. На Кэнди уже животное не показывается нигде. Ага. Нет. Не он. Но в темноте его не видно нифига. Кэнди, ты где? Чел, братан, друзбанися, конец. Ты куда делся? Сядься на кухню, а я там тебе при... А, бляха! А там, я тебе там еду приготовила, серьезно. Голодно не останется, 100%. Синди за это отвечает. Она хозяйка или кто? Да, из нее хозяйка, как... Нет! Ах ты! Бляха, разрядился. А то за последний вариант. А, ты секунда! А!
Ой, боже мой. Yes. Да! Ага. Благодарю. Спасибо, очень добры. Вау. $348! А. 12 раз использовала аниматроников, и гейм ни одного. Убили два раза. Ну почему? Да, маленькая морда Синди. Я тебя заметила. Больше ты от меня не убежишь. Очень хорошо, легко. Сейчас для тебя разблокирована новая вкладка Abiturus. Давай тогда перейдем. Хорошо. Можно покупать способности за деньги. Эти способности могут помочь вам пройти остальные ноти. Они всем могут улучшить прохождение, так и усложнить. Все зависит от вашей логики и стратегии. А теперь давайте перейдем к следующей ноте. Ага, я тебе. Во-первых, надо понять, что тут написано по-русски, тут что-то на иностранном языке. Я не понимаю. Тут одна. Или давай-ка купим за две. 200. Смотри, тут одна. У меня фонарик. Звук такой. Тут что-то ничего на иностранном-то, все плохо видно. О, 7 часов, чё, офигеть! Короче, я могу купить только это. Так, давай купим с вами хотя бы побольше батареи. И все. Больше ничего купить не могу. Ноть, ребята, продолжим мы вторую ноть в следующей серии. Всем пока, с вами был Крикосной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите бодрые комментарии, хотите, чтобы я продолжил играть в эту игру. Довольно интересненькая. Попробую пройти, не знаю, хоть сколько-то. В тех ты целую, пока, косточки. Hellcat.